Все мы знаем, насколько важна плоскостность плашек при накладном монтаже. Ну, частенько при обработке рога, дерева, нестабилизированного и ряд других натуральных материалов возникает проблема с тем, что плашки вот такие вот гнутые. В данном случае это шишка, стабилизированная шишка, но не следует бояться. Шишка российского производства, сделана из очень хорошей смолы. Одной из интересных особенностей которой является термопластичность. Вот сейчас плашки некоторое время полежали на солнце. Видите зазор, да? Сейчас я покажу, как легко и элементарно в домашних условиях это можно исправить. Но они гнутся как резиновые. Вот, смотрите, раз и два. Выгибаем их назад. Ну, пожалуйста. То есть, в принципе, окунем в кипяток, нагреем каким-либо иным образом, там промышленным феном, выровняем, охладим и монтируем. Единственное, что, конечно, необходимо их тщательно очень приклеивать будет. Или ставить монтаж, там, допустим, на трубке с развальцовкой, силовой монтаж. Для того, чтобы при нагреве, уже когда нож в дальнейшем нагреется, вот, допустим, вот такой вот ножик, да, с такой же вот шишкой. Когда он нагреется, чтобы плашки не отошли, чтобы их не оторвало. У меня все.